Известняк в Белогорском районе добывают уже 50 лет. Добыча осуществляется буро-взрывным способом. Затем разрыхленную после взрыва горную массу сортируют экскаваторы. Так получается добытый известняк, который после дробительных процедур перерабатывается в щебень. Однако на некоторых месторождениях полезные ископаемые скоро иссякнут. Рекультивация подразумевает, что мы все отходы там, или все излишки, что мы не смогли переработать, возвращаем назад, формируем условно-плодородный слой и засеиваем это травой. Получаем на выходе подготовленный участок под пастбище. Сроки планируются в последний год добычи, это где-то предварительно через 2-3 года, вот по нашим нынешним запасам. Да. Согласно графику Министерства экологии, на рекультивацию отводится последний год добычи ископаемого. Сегодня в Белогорском районе карьеры разрабатывают 12 недропользователей. У некоторых из них сроки рекультивации уже наступили. По тем трем месторождениям, по которым, по нашим данным, по проектной документации наступили сроки проведения рекультивации, у нас на сегодняшний день составлен график проверок. Часть из них уже начата, проверки согласованы с прокуратурой. Составлен четкий график внеплановых проверок выездных в отношении каждого из недропользователей. На сегодняшний день по всей территории республики министерством запланировано 24 проверки, осуществить которые планируется к концу апреля. Руслан Минаев, Эльдар Заитов, телеканал «Милет».